Здорово, пацаны. Нахожусь сейчас для себя в новом месте. Я здесь впервые, хотя столько лет живу в этом городе. Сейчас я нахожусь прямо на РТШ, он замерз. Соответственно, вон там дальше стоят эти ракеты, паромы. Я хочу добраться на тот остров, короче, пройти. Я там никогда не был. Сейчас в первый раз я иду именно по замерзшему Иртышу. Я тут впервые в жизни. Вон там у нас Химы, если присмотреться вдалеке. Но сегодня хотелось бы на самом деле поговорить еще о этой большой цифре для моего канала 10 тысяч подписчиков. Блин, немного непривычно то, что ты идешь, здесь Иртыш, а сейчас лед. Ну, в принципе, тут протоптано. Вот тропинка, вон тропинка. Там рыбаки сидят. Короче, выглядит довольно безопасно. Это самое главное. Короче, нас сегодня 18 февраля стало. Я просыпаюсь, смотрю, 10 тысяч подписчиков на канале. За что вам огромное спасибо. То, что смотрите, то, что подписываетесь, смотрите, ставите лайки, комментарии оставляете. Большое вам за это спасибо. Соответственно, в конце прошлого года, в декабре месяце, я подписчиков попросил, типа, давайте. Ух, ветер какой ледяной. Но как красиво, прям посередине Иртыша. Я говорю, давайте, я за ним. И хотя бы к концу года, к 2023-му, сделаем первый миллион просмотров на канале. Миллион не на видео, на всех суммарно видосах, чтобы был первый миллион просмотров. Для моего маленького канала там было, наверное, 1000-2 подписчиков. Но это была хорошая цифра. Пацаны постарались, посмотрели и миллион к Новому году сделали просмотров. А сейчас, то есть я думал, ну, я успею подготовить какой-нибудь интересный видеоэксперимент к 10 тысячам подписчиков. Но это было настолько быстро, потому что, я говорю, 2000 где-то подписчиков, и сейчас уже 10 тысяч. Достаточно быстро время пролетело. Но какой-нибудь видос интересный, посвященный все-таки 10 тысячам подписчикам, он будет. Сегодня просто небольшое разговорное видео. Немного люди неправильно понимают формат моего канала. Хотелось бы сразу его объяснить. Это развлекательные шортс, короткие видео на ютубе, связанные с автомобильной тематикой. Часть людей заходит хорошо от просмотра, как чел гоняет, короче, на гранте. Многие почему-то меня с ним ассоциируют. Вы, если бы посмотрели другие шортс, короткие видео у меня на канале, вы бы поняли то, что, ну, во-первых, это не я, у меня нет гранты. И шортс, которые на канале, они не посвящены гранте. Я понимаю, если бы там еще были видосы с грантой, как чувак какой-нибудь гоняет на гранте. Но там нет видосов других, как чувак гоняет на гранте. Там только мои другие какие-то... Есть мои короткие шортс, которые я снимаю, и есть другие, короче, шортс. И на ютубе можно перейти во вкладку «Видео» и «Шортс». Шортс — это короткие видео, и видео, где основной видеоканал, соответственно. Так вот, на основном канале там видно то, что тоже у меня нет гранты и никогда ее не было. У меня есть Солярис, там про автозвук я рассказываю. У меня есть Skyline, который сейчас на зимовке. С ним контентик чуть попозже будет. Руки замерзают, нереально холодно сегодня. Так что не надо ассоциировать меня с тем беспредельщиком, нелегалом, который там гоняет по жесткому просто на гранте. Это не я, еще раз повторюсь. Я делаю просто развлекательный для вас контент, чтобы вы смотрели. Шортс выходят у меня на канале каждый день, по несколько штук. Просто чтобы вам было что посмотреть. Чтобы, ну, это просто развлекательный контент. Вот так вот. Вот так это работает. Короче, вот. Как-то так. Всем еще раз спасибо за 10 тысяч подписчиков. На этом мы не останавливаемся. Будем продолжать. Блин, как же круто, а, тут. Летом сюда только вплавь можно добраться. Летом сюда пешком, к сожалению, не прийти. Ну, круто. Я еще хочу сейчас для Инстаграма поснимать просто. Поэтому такое небольшое короткое видео. И руки просто замерзают нереально. Хоть и в перчатках. Как-то так. Вообще, хотелось бы, конечно, рассказать про некое развитие человека. То, что человеку для того, чтобы
не стоять на месте, развиваться, нужно преодолевать некие препятствия, некие трудности, бороться. Замерз, но нагулялся по тому острову, по тому берегу, короче. Достаточно странная вещь, это GoPro, 33% батареи, и она говорит, я отказываюсь снимать, этого очень мало. 33%, на что тебе еще эти проценты тогда? О, жесть какая. Короче. Погулял я по тому берегу, замерз. Первый раз там был, посмотрел, поснимал сторис в Инстаграм, поэтому кому интересно, кто также хочет меня поддерживать и в Инстаграме, можете подписываться прямо сейчас на мой Инстаграм. Там еще одна была тема для видоса, но она достаточно долгая, чтобы про нее рассказывать, там поразмыслить. Возможно, она будет в следующем видео, либо где-то я ее параллельно включу, посмотрим. Такое тоже разговорное интересное видео. Вызов самому себе, который я решил бросить. Сделать, так сказать. Доказать самому себе. Вот сам себе ты можешь доказать, что ты, в принципе-то, не дурак, что ты адекватный человек, что то, что ты шаришь, то, что ты понимаешь. Вот, соответственно, вызов бросил себе. Буду добиваться определенной цели. Буду стараться. Возможно, чуть позже, говорю, объясню. Более долгое видео об этом расскажу. А пока нас здесь тысяч, мы на этом не останавливаемся. Спасибо большое, то, что смотрите. Рилсы будут чаще, шорцы. Шорцы, рилсы. Каждый этот социальная сеть для себя понапридумывала. У кого-то сторисы, рилсы, шорцы. У этих еще там, бог пойми что, понапридумывали. Ладно, нет, работаем, короче, вот конкретно на ютубчик. Ну и залетайте в Инстаграм. Все, всем спасибо. До новых встреч.